Работал. Хорошо. Да, блин. Да, ёкал. Попробуй свою создать игру. Хорошо. Открытую, естественно. Ну, понял. Так и делаю. Я подключился к этим чувакам. О! Включился. Слишком много людей сейчас играет. Да я просто подключаюсь постоянно к одним и тем же. Да? Я как всегда к разным каким-то людям. Уже весит это. Да я уж по кругу иду. Да я просто... Петь этот зеленый. Николай Белинский. Прям так и назвался. Чувак. Ну, в путь. Да блин, ну. Эй, блин! Я подключился к каким-то придуркам, и у них карта началась. Да, я видел таких. Я к ним подключался в конце уже. Вот черт. Чувака 107520 очков, это в сумме интересно или за партию? В сумме за партию. Блять, в сумме за партию офигенно объяснил, конечно. Хотя не... О, я создал. Наконец-то. Shift-Tab нажми. Давай. Так, все норм. Я нажал Shift-Tab, но ничего не произошло. Короче, я тебя позвал, чувак. Тут уже народ набивается. Не облажайся. Тут игру создали какие-то придурки. Она вообще не загружается. Да блин, да скипни, выйди из игры, зайди по новой. Я уже это и делаю. Только не говори, что там у тебя уже 4 человека. Да. Я... 3. Два. Один. Я уже близко. Два, три. В общем, те же самые заходят, выходят. Два. И уже от безысходности. Три. Два. Три. Один и тот же. Два. Что это за чувак такой у меня? Интересно. Нет, тебе мне сейчас то же самое напишешь, что... А в настоящее время колодить я не могу.
Это зачем мне заставку дурацкую показывать? Нас трое, двое уже готовы. Джейн Рейнелл. Что-то знакомое. Походу играли уже. Ну ты что ты там заходишь или нет, ну? Блять, мне теперь тоже в настоящее время. Блять, невозможен. Все дела. Капец. О, аллилуйя. Есть, Вот всего лишь перезашел, все сразу заработало. Даже перезагружать комп не пришлось. Знаешь, я перезагружаю комп быстрее, чем ты перезаходишь в игру. Пожалуйста, не выебывай. Ты первый начал. А ты можешь уточнить, когда? Вот только что сказал, что даже комп перезагружать не пришлось. Нет, а самый первый раз. Что первый раз? Когда я выебнулся? Да, блин, наверное, в первый раз, когда вообще я тебя услышал. Как все это было давно. Да, давно. Загрузка идет? Да, я уже слышу огонь. Кстати, с Ганом давно не общались. Надо будет как-нибудь замутить с ним конференцию. Он всегда играет только в Battlefield 3, да. Знаю. Ну и что? Можно будет, кстати, с ним сыграть. Давай как-нибудь с ним сыграем. Давай, чем я-то не против. Ну вот. Давно реально с ним не общались. Хочется поугарать над старичком. Поугарать. Он обожает в батле только летать. Только летать, еще раз летать. Only fly. Всегда там почти каждый раз. Кого-то очень долго ждем. Я так понимаю, мы все не доживут до загрузки, до игры. Да. Это будет очень плохо. Дохлый герой — это вид сверху? Да. Ну почему так долго? Кто-то не хочет мочить зомби. Да кто-то... О! Да, мы втроем. Чувак этот отрубился. Блин, ладно. Тут чувак не дождался. Ну ничего страшного.
Ну так, втроем тяжко будет. Причем, по-моему, мы с тем играли, по-моему, нормально играет. Вот. Дженни Рейнол. Ну куда ты лезешь-то, ну? Блять, упырь. В два окна лезет. Это был я. Так долго. Я знаю. А я подождал, когда они сломают. Я думал, что-то выпадет такое ништяковое. Первом-то раунде. Спасибо, что вы нас смотрите. Признательно. Очень. Очень. Очень-очень. Очень-очень. Пока я крутился, у меня тут уже два зомби. Куда ты, блин, там наверх полез? Вот упырь, а? Не нравится мне этот зеленый вообще. Он как бы думает, наверное, ну тут три окна, давайте часовые стрелки. Пошел в жопу, это мое окно. Задолбал. Еще потом, блин, двери будет просить открывать. Точно на русский. У меня патроны кончились. У меня тоже. Мне нужно раздобыть свинец, а не то помру со скуки. Без патронов скучно. Нужен. О, максим боеприпасов, отлично. Опаньки. Да пипец, я упал. О, спасибо. Да блять, упырь, а? Выживи. Хоп-хоп. Вау, это я сейчас залагал немного. Фу-фу-фу.
Умри. Оу, еее. Двойной опыт и ножики. Это круто. Пойду наверх. Тут чувак открыл дверь. Да ладно, нифига. Пойдем, собачки знакомы. Да, пойдем. Даже две двери открыл. Ладно. Тут в комнате, где лестница, ящик есть. В какой комнате, где лестница? Где дробовик покупаешь. А, во второй комнате. Блин, как ты достал со своими объяснениями? Я еще ни одну собаку не убил. Где они? Да. Меня тут появляются иногда. Давай что-нибудь стоящее. Нужен. Неплохо. Ну так и повезло. Могло быть получше, на самом деле. Как скажешь. Ладно. Ёж ты. Короче, он здесь справится. Еще один. Супер. Бомбочка. Давай, бери. Супер. В принципе, зато втроем больше очков набивается, но, блин, потом тяжко будет. Потом тяжко очень будет даже. Передо мной зомби 360 крутил. Это уже следующий уровень? Да. Незаметно. Отлично, еще максимум патронов, скелет вообще просто. Да. Блять, да я же его зацепил. Бегу. Не понимаю я. А это что за бред был? Я его тоже задел, кстати говоря. Может, это он и был, как неубиваемый. Хрен его знает. Бред сейчас произошел, согласен. Надо было в него все-таки мочить. Так а что, он тебя тоже повалил? Он тебя тоже повалил? Да, валяюсь. Ну чувак, нет, я еще валяюсь, я сейчас сдохну. Все, появился. А. Не, ну тебя деньги потерял. Достаточно вообще. Ну.
Держите! Сейчас его задницу это надеру! На самом деле я не рассчитывал на это падение вообще. Ах ты! Пипец, меня тут зажали, я не знаю, как я выбрался, понял, чувак. Понял, да нет, да я выбрался. Ну это пипец, конечно. Что за лаги? Я вижу тебя, я прикрою. Нет, ну тут нет, смысл в том, что как они меня пипец как зажали, я не знаю, как я выжил. Это не, просто такой пипец был. Что за бред? Что жесть. Не, я завис. Вот теперь, кажется, точно завис. Пинг у тебя девятки. Чё это так вдруг? Не знаю. Да ладно! Бля... Он открыл сцену. Все, тебя походу. Да, мы вдвоем остались. А, даже так. Да. Сегодня вечером, детка. Ну я просто параллельно с этим установкой делаю. Конфола. Слушай, а я могу тебя пригласить через Steam просто? Думаю, нет. Не получится. Сейчас попробуем. Потише у меня тут станет. На самом деле у нас тут жестко. У меня Steam тоже не отвечает. Steam завис. Так мне бесит эти лаги. Как-то вспышку не видно, вообще не понятно, где ты лопишь. У меня вообще бред какой-то творится. Бля, пипец. Семь гигов он тут наверное. А, где? Мне кажется, из-за этого он и... Блять, я... меня зажали. Я упал. Десятый раунд уже на самом деле. А, не, фу ты. А, или десятый. Думаю, можно остановить трансляцию. Бля. У меня только стали три человека смотреть, и я уже от меня трансляция, но у меня, блин, никак. Пипец. Собачки, а у меня 10 патрон. Ну что я буду делать 10 патронами против собачек? Чуваком рядом хоть посижу. Не. Просто компьютер сейчас таща вообще поедет. Ладно, наверное, без меня тут справится. Да, видимо, я на сегодня все. Ясно, ладно, давай. У меня вообще все тебе сейчас. Даже вообще не появишься уже. Да, блять, из-за этого сраного теперь Titanfall ждать все надо. У меня, я смотрю, хватит диспетчеров ждать, он у меня вообще здесь центральный процессор занимает. Как будто центральный процессор сейчас на нем все внимание поставил. Ну ясно. Просто пиздец. Понятно.
Как бы я здесь пока буду, но не выбегаю. Что-нибудь будешь стримить? Я посмотрю. Я уже стримлю. Слушай, а я взял как. Я в какой-то комнате взял какую-то кинопленку. Это что такое? А, смотри. Потом пойдешь в. Ну там, где улучшать. Да. Подходишь к штуке, которая проигрывает вот это. Ну. И зажимаешь F. Ну и что? А потом на экране там появятся всякие видосы. Это типа как пасхалка. Ясно. Бля. Там такие глупые видосы. Да блин, опять я упал. Не очень значимые. Слушай, будешь еще что-нибудь стримить, кроме колды? Сегодня? Нет, наверное. Окей. Я думал посмотреть просто. Да мне нечего стримить. Закрыни охота, все не вещаю, устал, не хочу ничего. Был бы Волф, еще бы постримил, но видишь, какая фишка. Понятно. Ладно. Пойду в душ тогда. Давай. Этим костеглодом, чертовым. Ну ничего, сейчас они у меня попляшут. Вот, блядь. Голова кружится или как? Не бы денег на эту прелесть раздобыть. Блять, да опять я упал, просто нереально. Сегодня не повезло.